Ночной переполох с Майей Алимутаевой. Сейчас тебе реально надо панк-рок петь. Я прошу тебя, успокойся, успокойся, успокойся. Что ж ты нервная, ты такая. Ай, молодец. Адушинский, Адушинский пел. Ай, я как бы... Вырасти-то выросла. А вот маленького ребенка из себя еще не вытащила. Ночной переполох, дождались? А вот и я. Ну что ж, дорогие друзья, приветствую всех. Я думаю, что сегодняшний вечер будет очень-очень позитивным, так как у меня в гостях сегодня сама Надия Микаэль, очень талантливая и безумно веселая девушка. Встречаем, где ты? Привет, детка! Так, давай здоровайся с моими подписчиками, быстро! Привет, подписчики мои, привет, подписчики мои. И привет, подписчики, у кого много подписчиков, короче. Всем привет, короче, подписывайтесь на нас. С тобой знакомится парень, твоя реакция. Ты кто такой? Давай, до свидания. Эй, иди гуляй, до свидания. Ты веришь в существование привидений? А что, сам факт моего существования, это разве не доказательство? Бичес? Прозвище в школе? Не было у меня прозвища в школе, но моя подруга Камила назвала меня Кошелка. Камила, если ты меня смотришь, я тебя люблю. Так, что... Да, хорошо. Так, тебя внезапно арестовали. И вот я твой номер дам сразу. За что? Как бы ты решила эту проблему? Спела бы песню. И они бы сказали, ради бога, уходи. Отпустите меня в Гималай. Отпустите меня в Гималай. Точно. Ладно. Так. Какое самое интересное название Wi-Fi ты встречала? Сякина Амигзы Wi-Fi. Получается, если перевести на на русский с азербайджанского, то получается двоюродная сестра Сакина. Да. Барабанная дробь. Как звали моего кота? Опа, давай. А. Артос. Б. Бартос. Мэ Муртус. Время пошло. Атос, первое. Атос, нет, Муртус. Муртус, Муртус. Только у тебя может быть кот Муртус, отвечаю. Сыграем. Отлично! Возвращаюсь к тебе! Пойдет? Супер! Замуж не пойду, без любви я не хочу. Не ругай ты меня, мама! Опа! Эсса! Замуж не пойду, держи ее. Без любви я не хочу. Не ругай ты меня, мама! Молодец! Разговаривать. 1990 год. Это был 2020 год. Прямой эфир Майя Алимутаева. Все зажигают бело. Где ты был? Почему тебя не было в Белом доме? Смотри. О боже, как это больно! Сейчас тебе реально надо панк-рок петь. Я прошу тебя, успокойся, успокойся, успокойся. Что ж ты нервная, ты такая. Ай, молодец. Адушинский пел. Ай, я как бы... Да. С каким албанским исполнителем у меня был дуэт? А. Ингрид Гжони. Б. Фатмир Суфа. В. Инги Бонга Дабкунайте. Второе, как звучало второе? Чё, ты как будто в столовой сидишь, второе просишь? Индеборги Тапкунайт это не певец. Ай, не знает, чё. А вот первого, первое страшное какое-то название. Нет. Я очень люблю выпечку. Так. В голову приходит только нехорошее слово. Да, да. Сейчас ты, дорогая моя, да. Делаешь. Так. Так. Флюгера.
На жену Фредди Крюгера. А как вы думаете, я прорвалась в шоу-бизнес? Только так. 21. Ладно, все, остановись. Ладно, все, остановись. Хватит, хватит. А то ты похожа на американского бомжа, отвечаю. Давай. Ширини чеш, ширини чеш, ширини чеш, ширини чеш, яру вилеш, яру вилеш, яру вилеш, яру вилеш. Лю, такое ощущение, что я брезь. Вот мужчины же, они так делают. Вот мой папа всегда так делает. Майя, в таком виде мы можем полностью на дело пойти, какой-нибудь банк, разбану. Особенно я, да? Где женщина, вам плохо? Ладно, тебя не узнают. Да, у меня конспирация 80-й левел, если честно. Майя, Майя, давайте поддержим, ребята, все вместе. Майя, она старается, он у нее уже на грушу похож, слушай. Сколько? У меня голова кружится. Сколько ты вышла? Давай, давай. Ну ты же не из робких, детка. Йоу. Майя, Майя, Майя. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну же, ну же. Ах, я достала. Ну когда же он лопнет? Ну лопните его кто-нибудь, а. Вот, женщина. Вот смотрите, ребята, вот такой кусочек. Покажи мыло. Ой, блин. Скиньте мне на мыло, да? Кошмар. А звук раздала? А, да. Ты... А, давай, давай. Не, ну я часто так делаю. Фу, какая гадость. Какая ты молодец, да? Чё? Тебя немножко помучаю. 100 приседаний. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, больно. Браво, браво, браво. Я однажды в своем интервью тоже говорила, что я очень восхищаюсь тобой. Мне нравится твоя энергетика, мне нравится твой талант, подача, харизма. И кто бы что ни говорил, это мое личное мнение. И я хочу тебе пожелать дальнейшего процветания. Всегда рви чарты, рейтинги вот так вот разрывай. И будь всегда number one. Ты этого достойна, детка. Как я это сказала? Спасибо. Как я это сказала? Особенно вообще, даже... при таком макияже это было вообще великолепно сказано. Это было очень, очень трогательно даже. Это да. Было, это Надя, было спасибо большое. Ты знаешь мое отношение к тебе. Мы неоднократно виделись с тобой на свадьбах. И действительно, когда ты на свадьбе со мной, несколько раз мы с тобой были, мы просто взрывали танцпол. Ты это видела? Было, что творилось было, там, да, с людьми. Вот. И потом я, еще вот просто все... Миноискатели тоже проходили потом после. Я всегда говорю, что в Дагестане очень мало исполнителей, которые могут работать для народа. Не просто прийти, спеть под фонограмму, забрать деньги, а работать для народа. Ты одна из этих людей. Работай, выкладывайся так же, как ты всегда выкладывалась. Мне безумно всегда нравился твой образ лысой девушки. Вот, я думаю, что ты его еще женщина повторишь. Фантомас. Я думаю, что ты еще повторишь. Спасибо тебе за эфир, я тебя безумно люблю. Приглашайте нас двоих на свадьбу, будет очень громко и весело. Да-да-да, и еще вот один момент. Давай всем нашим подписчикам скажем на последней минуте нашего интервью, нашего этого шоу, чтобы они оставались дома. Это сейчас важно, как никогда. Всем! Сейчас Дагестан на пике, и мы просто обязаны оставаться дома, беречь себя, близких и всю республику, и всю страну. Я вас очень люблю. Да. Майя, выздоравливай. Спасибо, Надя, спасибо. Тебе тоже здоровья. Пока. Пока. Спасибо, что была сегодня веселая, позитивная. Спасибо. Всего хорошего. Несмотря на температуру Нади, она сегодня тоже была с температурой, мы мучаемся, но тем не менее позитива у нас не отнять.
Дорогие друзья, спасибо огромное, что были с нами. Моя ошибка огромная. Я забыла просто открыть страницу. И мы сегодня общались в закрытой странице. Я тоже думаю, что с людьми? Почему так мало людей? Оказывается, ну, у нас стабильно 1500 человек сидел. Оказывается, я просто дурочка не открыла страницу. Ну, что ж делать? В следующий раз буду умнее. Открою страницу. Тем не менее, спасибо тем, всем тем, кто был сегодня с нами. Спасибо, дорогие друзья, что, блин, идет у меня замучило. Я устала, пойду я отдыхать. Всем еще раз здоровья, сидите дома, берегите своих родных и близких. Всех люблю, ценю, уважаю. Ваша Майя Лимутаева. А мы в следующий раз встретимся в ночном переполохе с очень интересными гостями. Ждите. Пока. Ночной переполох с Майей Алимутаевой.